В Дмитровской городской больнице полным ходом идет реконструкция хирургического корпуса, который в 2019 году станет детским консультативно-диагностическим центром. Реконструкция проходит в рамках государственной региональной программы здравоохранения Подмосковья. И на эти цели выделено около 154 миллионов рублей. Срок разрешения строительства определен до апреля месяца 2019 года. Будет выполнена перепланировка, то есть остаются наружные стены, внутри полностью новая планировка, новые кабинеты, перекладываются также сети. Будет полноценный медицинский центр. Предполагаемая мощность консультативно-диагностического центра – 250 посещений в смену, что позволит улучшить качество и условия оказания медицинской помощи детскому населению Дмитровского, Талдомского районов и городских округов Дубна, Долгопрудный и Лобный. Застройщик объекта Министерства строительного комплекса Московской области, генеральный подрядчик – строительная компания «Мисайл». По плану у нас устройство фундаментной плиты и возведение монолитных стен колонн внутри здания. Ну и, соответственно, прокладка всех инженерных коммуникаций до отопительного сезона. Согласно проекту, реконструкция предусматривает демонтаж внутренних стен и перегородок в подвале и на этажах. Здание 1954 года постройки, но авторами проекта, специалистами ГБУ НИИ «Проект», почему-то принято решение наружные стены не сносить, что значительно усложнило работу генподрядчика. В подвале детского клинико-диагностического центра будут размещены технические помещения, а также помещения для хранения оборудования и инвентаря. На первом этаже будут размещаться регистратура, кабинеты педиатра, уролога, аллерголога, офтальмолога, процедурная комната. На втором этаже разместятся кабинеты невролога, оторинолларинголога, пульмонолога, кардиоревматолога и гастроэнтеролога, а также кабинеты УЗИ, эхокардиографии и электроэнцефалографии. Извещение о начале строительства было подано в конце июня этого года. Разрешение на строительство выдано до апреля 2019 года включительно.